Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Валера Мыксом и рад представить вам этот гайд по фарму болотных цветков. Это редкий материал, который постоянно нужен, при крафте его всегда не хватает. В записи данного видео принял участие питовод-призыватель. С полного нуля прокачанный, одетый, только вещи, добытые при прохождении донат-трансляции. Билд в описании. Также мы воспользуемся утилитой Grim Eternals, которая позволяет упростить процесс перемещения в нужную локацию, ускоряет фарм и делает вообще более бодрым и понятным игровой процесс. Ссылку на саму утилиту и тему по ней можно найти в описании под видео. Итак, начнем с простого хода. Телепортируемся в разлом развилки Темнолесья и пробежим до двух пенечков, которые вы найдете здесь после каждого перезахода в игру. Просто есть хороший шанс получить 1-2 цветка. Далее. Телепортируемся в локацию Подлесье, небольшую, но с множеством нужных для фарма мобов. Зачищаем всю территорию и подводим итог, сколько мы смогли выбить нужных нам редких материалов. 2 цветочка из пенечков и 6 в данной локации. Обратите внимание, как немного мы потратили времени, зато сколько получили болотных цветков. Таким образом, можно продолжить фарм до необходимого количества. А на этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Буду рад видеть вас у себя на канале. Всем успехов в игре и по жизни. Берегите себя. Обнимаю вас. С вами был Валера МХМ. Пока-пока. Ты заходи, если что.